Доброе утро, друзья. Мы приехали сейчас к друзьям. Город такой есть Кёльн в Германии. И недалеко от города они, получается, километров 50-60 живут. И мы приехали на рыбалку, потому что этот город Кёльн находится в Германии, прямо на границе с Голландией. Сейчас выехали, едем по автобаму. У нас получается, уже скоро будем заходить в Голландию. Все едут на отдых. Автобан полный. Мы загружены, вот вы можете наблюдать. Все с похмелья. Полностью прицеп наш загрузили. Сейчас в магазин заехали, кукурузы взяли. Кстати, сейчас вам покажу, ребята. Мы в голландский будем рыболовный заезжать, да? А, в немецкий. Ну, короче, сейчас в рыболовную зайдем, посмотрим, что там у них интересного. Так что, остаемся, смотрим дальше. Так, подходим к магазину. Вот такой вот шикарный магазин здесь рыболовный. Он практически у нас сразу находится на границе с Голландией. Открытый. Тут же лодки он продает. Все модели Suzuki, Yamaha, Mercury. У нас шикарный магазин. Так, ребята, подъезжаем. Все, прям дорожка тут у нас. Там народу много, да? Нифига народу там. Смотри, тут. Тут-то что творится. Ну это ж подсыщики, базару нет, как бы справа. А вот слева там рыбаки уже тусуются. Ну это спереду, тут не страшно, вон машины уходят, может уезжают, а может уезжают от того, что тут встать негде. А вот что течение делает, кстати, вот этот вот. А это не течение, это так слив просто. Это так просто обчувствовал.
давайте проезжайте. Немцы, походу, да? Это русские. Да это русаки были. Ну да, наши. Это тоже, скорее всего. Это тоже русские. Русаки, да-да, на Тойотах. На Тойотах, значит? Да-да-да, многие русские любят Тойоты. У меня у жены Тойота. У Сереги у жены Тойота. Это с палаткой, походу, ночью был здесь. Так, хуин так. А знаешь, как, кстати, по-голландски здороваются? Хуин так. Серьезно? Да все вам говорю, кстати. Хуин так. Хуин морген. Что у него тут за это? Сахина, детьми. На шестерке. Тоже с Германии. Рецепчик у него. Сидят о, парни. Есть место, смотри, вот тут мы встанем. Отлично. Привет, ребята. Недовольные. Вот таким образом, друзья, мы расположились. Вот такое вот у нас озеро. Очень шикарное озеро. Небольшой ветерок, как бы нормально, не будет у нас проблем с комарами. Удочки сейчас замешал корма, и к нам приплыли такие вот красавцы. Вот такие вот красавцы к нам приплыли в гости. Сейчас мы пока удочки еще не закидывали, но я так думаю, мы шагонем их сейчас скоро. Но вот так вот базу пока поставили. Сейчас будем до конца это все дело расстеловывать. Серега там уже мангальчик делает. Так что я сейчас запускал лодку, друзья. Полностью пробил я местность. Теперь знаю, где ямки, где тут бугорки. Как бы все пробил, буду закидываться. Пока в данный момент располагаю. Вот такая у нас природа шикарная. Так, друзья,
Сейчас я удочки эти две закинул, и я хочу прикормить немножко точку. Посмотрим, что из этого выйдет. Сейчас я лодку приготовил. Корм я замешал буквально вот такой вот. Тут у меня получается горох, кукуруза и составы карповые. И получается мадан у нас. Здесь еще опарыш. Сейчас мы вот так вот возьмем и вот так вот шариками маленькими будем закидывать. Немножко прикормим точку, потому что сейчас скоро будет вечереть, и нам надо закинуться, прикормиться. Потом будет темно и будет неудобно. Пока эти, как говорится, шарики разойдутся, и у нас будет возможность как раз именно приготовить базу, шашлычок разжечь, пока это все будет у нас дело работать, друзья. Вот. Я думал, я шампуры забыл, но я взял. Не-не, шампуры я видел где-то. И сейчас мы закинем именно эту серединку, куда мы закидываемся. Течение сейчас в данный момент небольшое, вообще очень бери маленькое. Бери еще левее. Течение. А там кугеля, они упадут. Ага. Я их сжал, и они нормально будут работать. Я именно хочу вот эту вот точку отработать. Что она показывает у нас? Вот, показывает 2,5 метра. На уровне камня. 2,5. Вот первая рыбка пошла, друзья. Можете наблюдать. Вот, рыба, вот она. Рыба есть. Рыба гуляет. Все, здесь мы останавливаемся и сбрасываем. В принципе, да? 3,5. А мы дальше были чуть-чуть. Смотри, сколько рыбы орёт. Это большая. Она всегда состоит такой на большую рыбу у нее. На мелкую она не чувствует. Все. Здесь сбрасываем. Люк открыли. Это не я или я? Нет, не может быть. Или это на груз упало? На леску упало, наверное, кугеля, да? Задели. Ее сносит чуть-чуть. Сопротивление есть. Все, туда мы скинули нашу прикормку. И будем ждать. Вот у нас уже наступило утро. Сейчас у нас уже часов 9, 10 час где-то. Вот так вот простояли все удочки всю ночь. Эти на малька простояли, эти на бойлы простояли. И по концовке пару поклевок только ночью было. И рыбы мы никакой не взяли, честно говоря. Недовольный я рыбалкой остался. Так нормально, душевненько отдохнули, побалдели. Сейчас вон завтрак себе делаем. Такой вот процесс сейчас идет у нас. Ну, рыбка не побаловала нас. Спасибо, что вы с Иванычем смотрите меня, ставите лайки, дизлайки. Это все помогает моему каналу. Всем всего хорошего, друзья. Главное, не болейте. До свидания.